Здравствуйте, дорогие ребята. Это видео должно быть на финском, потому что у меня двухнедельный финский влог. Но это видео будет на русском с финскими субтитрами. Ребята, а сейчас мы идем в видео с Настей. Куда пойдем? Техники. Да, мы идем в ДНС. Ребят, мне выносимо сильный вечер. Я еле-еле держу камеру. Камера чуть не улетела. Вот. Открыл магазин техники. Спасибочки. Вау. Классная техника. Ребята, вот видите, какая здесь техника. Один Настя. Настя. О, беспроводные наушники есть. Вы что делаете? Зачем ехать в Финляндию, если здесь есть душа? Какие-то компьютеры. Ну, что-то попадает. Подержи. Ой, ребят. Вот тут уши. Уши, магазин. Техники. Где нас? Уши, 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 уши. Уши. Надька, да. А скажи честно, тебе что-нибудь нужно? ДНС? Да. Ну, пока не знаю, пока нет, наверное. А что? Ты хотела мне что-то подарить? Не, я вот просто думала купить сейчас или купить потом. Ты же хотела себе на день рождения, или ты хочешь день рождения? Да, я хочу тебе на день рождения, но мне нужны еще наушники для компьютера. Я купила. А в чем разница между наушниками для компьютера и наушниками просто проводными? Ну смотри, если как бы начинаются цены от. Блин, я же понятно. Типа, можно купить наушники за 200 рублей. Ну, мне кажется, они слишком плохие и дешевые. Ну да. Лучше это какие-нибудь подороже. Читай. Типа, какие-нибудь там вот за 600 Samsung, да, он розовый есть, красивый. Непонятно, как они его правят. Слушай. О, то есть красивый наушник. А может быть... Голубые есть. Красивый синий наушник. Оля, вот эти красивые. Вот эти синие. Круто. Мне прям нравится. Прям я бы такие взяла. Фиеро. Фиеро. Да, ну вообще, короче, наушников тут куча. Вот такие есть, синие, желтые. Короче, так много, вот зеленые даже. Зеленые. Тоже красивые. В общем, главное, чтобы они тебе хорошо работали, не порвались, не запутались и хорошо держались. Ну да. Ты уверена, что это зеленые? Мне кажется, но это они свет морской волны. Да, ты права, морская волна. Беспроводные, ну. Свет, значит.
ты. Это реально морская волна. Да. Красивая. Красивая. А, ребята, вам какие наушники нравятся сейчас, которые Настя мне показывает? Напишите в комментариях, пожалуйста. Да, ну, короче, мне вот эти и последние наушники нравятся. А сколько ты готова потратить? Сколько готова потратить на наушники? Да. Есть какая-то ценовая планка? Не знаю. А тебе ты когда-нибудь носил до этого проводные наушники? Тебе какие удобно? С присосками? Без присосок? С присосками. Без присосок они уши дырявят. Дырявят? В смысле дырявят? Ну, неудобно. Уши прикалывают. Гибель. Слушай, а давай мы ну не Котя, предложение. Да не, никакое. Я просто хотела, чтобы ты зашла к нам в гости. Ты давно собиралась, помнишь? И? Это когда связано с наушниками? Нет. Нет? Просто это зашла? Связано с тем, что я давно тебя не видела. Ну, мы вот увиделись, посидели в Токио-Сити. Я очень рада посидеть. Ну, блин. Хочешь, чтобы я еще зашла в гости? Ага. Папа очень давно тебя не видел. Ну, как-нибудь все-таки в другой раз. Сейчас я уже очень хочу тоже отдохнуть немножко дома. А то я пока ходила туда-сюда. Так что немножко устали. Вот, ну ты, может, спроси, не знаю, у папы или у Димы. Я, честно говоря, наушники просто плохо разбираю. И вот у мамы такие наушники, я ей советовала. Типа JBL синенькие. Мы такие покупали, вроде они нормальные. Спросите у нее, как они. Ну да, они нормальные. Да. Вот. Они нормальные. У меня такие же. А, да, кстати. У тебя будут, типа, синенькие большие, синенькие маленькие. Да. Так, все, смотри, вот я просто запомни их, и потом можешь прийти сюда. Я хочу не... Я хочу голубые. Голубые? Да. Какие голубые? Либо вот эти. Вот эти? Либо вот эти. Но они такие зеленые скорее. Ну да. А, типа вот эти? Да, наверное. Или синие? Или голубые? Темно-темно-синие. Голубые. Чтобы тебе еще удобно им было пользоваться. Ну да. И чтобы не отличались, потому что эти мои, они синие. Ну ладно. Я тогда никакие наушники себе присмотреть не буду. У меня одноклассник хочет беспроводные наушники. Пойдем? Да. Идем. В общем, мы поняли, что выбор наушников есть. Так, да. Ребят. Либо рождение, либо раньше. Мы выходим отсюда.
И будем доканчивать видео, потому что ветер очень сильный. Но, ребята, уже не холодно, то есть уже нормально видео. Можно снимать на улице и можно ходить без перчаток, потому что я сейчас без перчаток, свои перчатки забыла дома, и мы, в принципе, едем уже домой. И, значит, увидимся уже в новом видео, где-то месяц или два, значит, точно будет уже на моем канале. А дальше, ребята, вы уже увидите Тера, потому что когда я вернусь в Елене, мы с ним встретимся, и он мне предложил снять видео. Так что, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. А с кем вам интереснее общаться? Кого бы вы хотели видеть чаще на моем канале? Настю или Тера? Но я сейчас, если уеду, я сейчас, ребят, говорю сразу, когда пока не откроются границы, вы будете на моем канале видеть только Тера, потому что, в принципе, Настя не сможет через закрытые границы приехать. А когда она приедет, ребята, я не буду дальше вам уже спойлерить. Все расскажу поподробнее и в новом видео. Всем пока!